У відрізаному від електрики клубі села Майдан днями аж гуло. Тут відбулася інформаційна зустріч районних чиновників із селянами Майдану та сусіднього Прелесного. Людей хвилює широке коло питань, а саме непрості взаємини з агрофірмою «Шахтар», різкі стрибки напруги в електромережі, пункти прийому металобрухту, навмисні підпали бур'яну, амброзія, ремонт доріг і таке інше. Окрема тема – освіта на селі та безпека школярів. Официально, как мать, заявила, что 1 сентября мои дети, двое детей, которые посещают Прелеснянскую сельскую школу, в школу не пойдут. При условии, если за это время, до 1 сентября, не будет освещения. Ну, основная цель – это безопасность движения моих детей по территории данного села. Також людей обурює закриття школи в Майдані і продаж будівлі. Деякі звинувачують сільських депутатів у непрозорості рішення та у низькій ціні. Ну, я техработником працювала. Школа була у совершенстві, туалети, все, ну, двохэтажна, кухня, ну, все повністю. Ну, треба було закрити, дітей не вистачало, ну, дітей було достатньо. Продали від цього без відома народу, ніхто не советувався, ніхто не спрашивал, нічого. Продали її за 100 тисяч. Ви би хотіли, щоб у вас встановили школу в Майдані? Ну, звісно. Все-таки ж, може, і люди краще б жили, не уїжджали б відсюди молодежь. За словами районних чиновників, відновлювати школу в Майдані немає резону. Адже навіть освітній заклад у сусідньому Прелесному, куди їздять майданські діти, не заповнений на 100%. Что касается возможностей восстановления майданской школы, то тут я перспектив не вижу никаких. Не вижу потому, что Прелеснянская школа, которая обслуживает села Майдан и Прелесная, которая, собственно говоря, в свое время строилась для обслуживания именно этих двух сел, делает это и сейчас. На 1 сентября мы ожидаем, что у нас будет 130 учащихся, в то время как проектная мощность школы 190 человек. І про ціну на будівлю. Місцеві мешканці підрахували, лише за силікатну цеглу та плити можна було би виручити більше. Та сільське керівництво запевняє, під час продажу процедури таки дотрималися. Депутати прийняли це рішення, тому що воно вже знаходиться в аварійному стані. І дабы избежать каких-то несчастных случаев, потому что не секрет, что дети все-таки там бывают. Пройдена вся процедура, все прошли решения, были объявления, был аукцион, то есть это все пройдено. Это было не одним днем и не просто так, это была независимая экспертиза, то есть всю процедуру мы прошли. І про громаду. Не було би щастя, так нещастя допомогло. Громада – це є жителі, сознающие свої права по Конституції. І тепер отныне ми заявили об этом, і люди це підтвердили на собранні, о том, что мы теперь отвечаем не только за каждый за свою хату. Мы теперь понимаем, что громада – это вся наша территория, что здесь уже теперь наша и улица, и столбы, и деревья, и тот беспорядок, который… Вот это и есть, что мы теперь действуем самообъединенно. Да, наверное, они, скорее всего, преследуют такую цель, чтобы это была единая единица. Они говорят, что когда будут отдельно, у них будет свой клуб, они смогут содержать милицию, у них будет своя скорая помощь. То есть… У них хватит на все денег, но когда они были у нас, присутствовали на сессии, депутаты задали вопрос, объясните, откуда вы будете брать эти деньги, это же финансирование. Если бюджеты так понятно, что сейчас трудно выживать людям, бюджеты, ну, это не секрет, что бюджеты слабые, конечно, ответа не было.